Итак, парни, всех вас приветствую в очередной серии по игре BMG Drive. И сегодня у нас будет тест подвески вот таких трех чудесных автомобилей. Это ВАЗ-21099, ИШ-ОДА. ИШ-ОДА у нас подготовленная, завышенная, с проставочками, уже заведенная и прогревается. Ну и куда же без Симаги? Симага у нас на таком крутом картонном тюнинге. Посмотрим, как все эти три автомобиля справятся с нашим оффроуд тестом. Так, ну что, погнали. Первая у нас поедет 99-я. Так, что, Газпалас, первая передача. Шлифуем на всю, так сказать. Аккуратненько, потихонечку. Да, этот тест не очень-то и легкий, так сказать, для таких неподготовленных автомобилей. Так, и первый тест у нас идут типа ямки. Сейчас посмотрим в замедлении, как справляется наша 99-я с этими. Да, колесо у нас даже не успевает провалиться полностью. То есть ходовочка у нас отрабатывает отлично. Тут почти провалилось, немного повело колесико, потому что тут побольше отверстие, так сказать. Ну а так, в принципе, справляется тачечка на ура, я бы так сказал. Отлично, отлично. Так, ну что, в реальном времени. Погнали. Так, тут лужа с болотом немного. Так, теперь у нас балки. Посмотрим, как это испытание мы пройдем. Та вообще, просто песня. У нас немного приоткрылся капот. Надеюсь, он на ходу у нас не откроется. Так, время. В реальном времени. Так, погнали на второй передаче. Тачечку никуда не ведет. Едет ровненько себе, спокойненько. Так, и следующее испытание. Да, конечно, очень плохо. Как тут балочку пройдем? Отлично. Эти лежачие полицейские тоже спокойно себе проходим. Сейчас выровняемся немного. Отлично. На скорости 60 км в час мы это все проходим. Еще и немного боком. Так. Аккуратненько. Масляное голодание. Да, мы пробили поддон. Еще на прошлом испытании. Посмотрим, сколько эта тачка сможет проехать на этом тесте подвесочки. Так сказать. Едем на второй передаче, чтобы держать. Вот это очень жесткое испытание. Хотя она прошла его очень-очень, даже я бы сказал, достойно. Так сказать, что поехали дальше. Да, конечно, у нас критически низкий уровень масла. Это очень плохо. И следующее испытание — это неровности. Но для этого автомобиля эти неровности — это привычная дорога. Абсолютно. Спокойно, тихо. Она с ними справляется. Даже и не чувствует. В салоне как у нас тут все? В салоне очень спокойненько. Да, вот последний трамплинчик был не особо хорош. Подпрыгнули мы нормально так, и балку, да, походу пробили мы подвеску переднюю и правую. Бампер отлетел, но это видно было, лишняя деталь. Этому автомобилю у нас разбился лобаш, но ничего страшного. Так, следующие балки, они тут уже под углом. Так, тут нужно перепрыгнуть. Ага. Ну, почти-почти. Немного морда у нас ушла. Автомобиля. И двигатель на подушках уже не держится. Но, в принципе, мы еще едем. Так как у нас пробит поддон, мы проедем еще немного. Я так думаю. Хотя тачечка у нас вообще не греется почти. Так что это очень-очень хорошо. Так, что у нас здесь за испытание? Понятно, у нас сломался привод. И мы уже дальше проехать никуда с вами не сможем. Поэтому паркуем этот автомобильчик. И вот куда у нас смогла доехать Жига. У нас поломался передний правый привод.
И дальше тачка, так как у нее не заблокированный дифференциал, дальше она поехать не сможет. Ну что, приступаем к следующей нашей тачке. Это подготовленная, завышенная на проставочках Ишода. Что, посмотрим, что она из себя покажет. Да, прыгает она нормально так. Видно, пружины тут очень-очень жесткие. Так, на вторую переходим. Ну, будем... Что-то у нас зависла жабка задней передачи. И сиденья у нас закреплены очень плохо, и крышка багажника плавает. Да, конечно, по кузову эта тачка не особо. Походу, все, что тут из суфродного, это передний кенгурятник. Ну, хотя это испытание, она проходит налегке. Посмотрим, не пробьем ли мы на этой тачке тут поддон. В принципе, держим скорость 76 км в час. Достаточно, достаточно неплохо. Так, эту тупо мы пролетели, тут подпрыгнули. Наша тачка загорелась. Так, я знаю тут одно действие, чтобы тачка наша... Так, ставим реальное время. Оттормаживаемся. И ставим тут и потушить. Поможет это нам или нет? Да, в принципе, помогло, но у нас пробит радиатор. Я надеюсь, тачка кипеть не будет, и мы проедем... Да, с ходовой тут уже какие-то проблемы. И колесика у нас стали неровными. Посмотрим, как справиться с этим еще испытанием. Так, замедление времени. Да, колеса у нас просто квадратные. Переднему бамперу тоже хана. Едет она у нас немного боком теперь. Заднее колесо вообще просто квадратное. Да, не повезло нашему ижу, так сказать. Передняя ходовая, походу, разбита в хлам. Хотя, в принципе, тут, походу, ходовая слишком жесткая была, и поэтому страдают у нас слишком сильно колеса. Вторая передача, 70 км в час. Нормально, нормально. Проходим. Так, это мы... Пролетели, тачка наша опять загорелась, опять останавливаемся и тушим нашу тачку, потушить. Ну чё, блин, температура у нас уже на максимуме. Давайте дадим еще шанс, возможно, проедем следующим автомобилем испытаний и наш Ишода за это время немного подостынет. Так что оставляем ее здесь, пока эта отметка для нее максимальная, и она у нас на втором месте. Так, и последним участником у нас Симага на таком вот крутом обвесе, так сказать, картонном, который не будет так жалко, если он даже отлетит или что-то с ним будет, и это круто. Да, она, конечно, у нас разгоняется похуже, чем предыдущих два автомобиля, но едет она у нас неплохо, неплохо. Ну чё, газ в палас и погнали. Так, с этим ухабом ей вообще пофиг. Абсолютно. Но она у нас не разгоняется до той скорости. Хотя нет, с горочки разогнались. Так, посмотрим, как мы проходим эти неровности, ямочки. Так, вообще пролетает налегке. Даже немного не проседает подвеска. Аккуратненько себе. Спокойно вообще. Отлично. Так, газ в пол. После балки опять включу замедление, потому что там ухабы-то побольше у нас. Да, блин. Да, тут уже подвески не так-то легко. И мы, конечно, съехали немного с дистанции. Но простим этой нашей жиге, так сказать. Она захотела поехать немного бочком. Подрифтим. Так сказать, в замедленном времени. О, сейчас заднее... А, нет, заднее колесо не попало. Так, режим реального времени, выравниваемся. Ну и что я вам скажу? Даже передний бампер не отлетел, хотя я на это очень сильно рассчитывал. Прыжок. Теперь у нас балки. Посмотрим в замедленном времени, как она их пройдет. Отлично. Супер. Да, подвесочка тут, конечно, на уровне. Хотя у нас заднее колесо, мне кажется... Или уже рисует восьмерку. Но ничего. Поехали дальше. Да, и у нас какая-то морда уже. И задняя подвеска стала как будто бы заниженная. 50 км в час. И проходим этих, так сказать, лежачих полицейских.
Ну, с этим наша жига справляется вообще на ура. Нету никаких проблем, так что ставим реальное время и погнали. Как вы видите, ничего этой жиги вообще не будет. Да, этими, конечно, колесами я чуть считерил. Так, и дальше у нас слишком жесткое, конечно, испытание для жиги, но отлично, мы его прошли. Супер. Я так думаю, это наш, так сказать, победитель, потому что она достаточно неплохо справляется со всеми. Так, посмотрим на этих неровностях, как она себя покажет. А показывает она себя... Да, картонный бампер наконец-то немного загнулся. Но ничего. Да, проходит она эти ухабы вообще без проблем. Прыжок. И как она справится с приземлением? Неплохо так оторвалась от земли. Приземление у нас, можно сказать, мягенькое. Передний бампер картонный наконец-то у нас отлетел. Хотя и от нашей 99-ки тоже бампер где-то на этом уровне и валяется. Сейчас мы попытаемся выровняться и проехать по-нормальному. Но скорость у нас что-то тут упала. Так, первую передачу. Так, тут надо набрать разгончик побольше, чтобы можно было допрыгнуть нормально. Оп, отлично, отлично, мы прошли. Так, эти балки у нас отобрали, так сказать, задний бампер от нашей жиги. Так, остался у нас типа воздуховод из картона и фальш-спойлер, так сказать. Нормально она еще себя показывает, я вам скажу. Так, ну что, теперь самые интересные испытания. Я немного перед этим приторможу. Да, стекла сказали пока. Итак, мы вырываемся на первое место. Мы проехали дальше. С водой тоже у нас неплохо справила жига. Так, что, едем дальше. Давайте поставим на паузу. И посмотрим, что у нас тут по нашим, так сказать, повреждениям. Да, кузов немного повело. Колеса тоже смотрят немного в бок. А, у нас еще пороги картонные с одной стороны остались. Капотик наш держится, но осталось ему недолго. Ну и полопались наши стекла из-за того, что у нас ушла куда-то погулять геометрия кузова, так сказать. Ну что, реальное время, ступенечки. Да, съезд по ступенькам дался и очень-очень даже легко. Первая передача, перехожу на вторую. Уже тащит нашу жигу в левую сторону. Но мы все-таки двигаемся дальше. Так, куда тут поворачиваем налево? Я вам так скажу. Вот на этом испытании наш спойлер мог бы помочь нам, если бы мы гнали на достаточно высокой скорости, и он бы прижимал нашу жигу при этом всем. Но она у нас проезжает дальше. Теперь вот такие вот большие ступеньки. Да, тут немного не рассчитали траекторию и приземлились боком. Теперь будет, походу, удар морды. Да, не повезло нашей жиге, но ходовая часть все равно у нас жива достаточно. Посмотрим, как справимся. Нет, только не на бок. Ужас. Все, у нас, походу, вырвало передний правый рычаг. И это все. Хотя нет, не все, мы дальше стали на колеса. Давай, газ в пол на сцеплении. Так, давайте дадим шанс, наберем разгон и попытаемся подняться теперь после этого всего на вот эту, так сказать, небольшую горочку. Но что-то мне кажется, что жига уже выехать на нее не сможет. Так, раскручиваем на сцеплении. Газ в пол на первой передаче. И пытаемся выехать. Отлично, наша жига даже что-то еще может. А вот эти ступеньки будут, наверное, последним испытанием для нашей симаги. Да, выше выехать она уже. Сейчас попробуем еще со сцепления разгазоваться. Нет, это у нас последнее испытание. Вот такие вот увечья получила наша жига, вырванные рычаги, но она осталась на ходу. Так, ну и что? Этот у нас кандидат
А, Ежода у нас так и не остыла, но она еще может немного проехать и, возможно, даже будет не на последнем месте, пока у нас не стуканет движок. Она еще едет у нас, тащит. Так что посмотрим, сможет ли она нормально охладиться. Нам еще немножко, и мы доберемся до воды. Там сможем приостановиться и все-таки охладить и нашу тормозную систему, и наш двигатель. Так, объезжаем аккуратненько бампера, чтобы они не застряли у нас в колесах. Мы даже тут не потеряли свой бампер. Так, переходим на первую передачу. И что, все? У нас поршни, так сказать, покинули чат до отсечки. Ну, да, мы не смогли выехать. Даже, хотя нет, она что-то еще может. Выехали мы на эту горочку. Давай, давай, Иш, тебе немного до воды осталось, там уже охладимся. У нас повредился блок цилиндров, и все, у нас стуканул движок. Ну что, Иш Ода наша на третьем месте, Симага наша на первом месте. Это лучшее пока прохождение этой трассы, так сказать. Ну а на втором месте у нас 99-я. Ну что, парни, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока!